Папа Римский Франциск, Светлое Воскресение Христово, которое католики и православные отмечают в этом году в один день, поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением граду и миру, передает Седмица. Перед службой понтифик на белой машине объехал площадь Святого Петра, приветствуя сотни тысяч верующих, приехавших в Ватикан со всех концов света. После этого он обратился с украшенного цветами балкона собора Святого Петра к верующим, заполнившим огромную площадь, и объявил весть о воскрешении Иисуса Христа. В своем послании понтифик уделил внимание ситуации в Сирии, Африке, жертвам дискриминации и вынужденной миграции. В завершении пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.